Внеплановые проверки в махачкалинских школах. Накануне исполняющий обязанности начальника управления образования города Марат Ибрагимов совместно с коллегами посетил столичную школу номер 37. Комиссия выявила ряд нарушений. Так, на входе в образовательное учреждение отсутствовал металлодетектор и не было дежурного учителя. Осмотрев столовую, комиссия подняла вопрос наличия необходимых продуктов и порядка в рабочей зоне. Марат Ибрагимов также посетил уроки в начальных классах. Подобные внеплановые проверки на регулярной основе проводятся по поручению мэра Махачкалы Салмана Дадаева. Коллективом аппарата управления образованием прибыли на внеплановую проверку для того, чтобы в первую очередь осуществить мониторинг норм пожарной безопасности, антитеррористической защищенности. Конечно, для нас очень важно, как поступают продукты питания в наше учреждение. Эта работа будет систематически продолжаться ежедневно, потому что приоритетное значение, приоритетное направление мы будем уделять именно вот этим процессам наряду со всей образовательной программой в будущем. Мы распределили всех работников управления образованием по всем подведомственным организациям в ежедневном режиме, планово. Мониторинг всего этого процесса будет осуществляться. У нас важно, что очень хорошая, правильная реакция у руководителей подведомственных организаций. Есть кое-какие нарушения, которые будут в дальнейшем, конечно же, устраняться. Сейчас не буду перечислять, но, тем не менее, есть нарушения, связанные с безопасностью, связанные с продуктами питания. Я уверен, что мы совместно выстроим эту работу на более серьезный, выведем эту работу на более серьезный уровень.